Так, Мария, вот наш старший король кубков, как мы его прочитали. Гля, какой красавец. А при том, что Полина говорит, я еще не уверена, может, еще что-то будет дорисовывать. Это может быть промежуточный вариант, а может быть уже готовый. Ты смотри, какие у тебя красавцы. Семилучевой, видишь? Семилучевая звезда. В лотосе. А, это ж сейчас, я тебе потом то видео тоже кину, дала ей считать короля кубков. Она говорит, не знаю, лотос перед глазами появился, похож на старшего сына Марии. Король кубков же, творчего Дените. Смотри, какой. Маша, ну ты и нарожала тут к нам красавцев. Один краше другого и сама. Город плазмоидов. Посмотрим, она что-то еще добавит. Мне кажется, я знаю, где добавит. Хорошо, посмотрим.